От пастромы и филе соленого лосося до картофельных блинов и борща. Нью-Йоркское историческое общество открывает выставку деликатесов. Это история того, как еврейские кулинарии стали американской классикой. Назвали экспозицию «Я буду то, что и она». Это сцена из знаменитого фильма «Когда Гарри встретил Салли». Здесь можно узнать о том, как эти заведения появились благодаря еврейским иммигрантам, а также об их современном втором рождении. Посмотреть на выставку пришел владелец знаменитой кулинарии «Деликатесы Каца» в Нью-Йорке. Его семья владеет заведением уже 5 поколений. У нас посетители не только со всего мира, но и из разных уголков города, а также люди, которые никогда не были у нас раньше. Частично наша задача – рассказывать историю деликатесов. На выставке можно узнать, как традиции европейских евреев стали для Нью-Йорка повседневной нормой. Это навевает воспоминания о том, как вы впервые пошли в гастроном или когда ваша бабушка готовила борщ. Вы идете и заказываете солонину или пастрому. Здесь так много вещей. Кулинарии стали частью Нью-Йорка. Многие такие заведения не выдержали конкуренции со стороны супермаркетов и закрылись. Однако некоторые по-прежнему сохраняют популярность. Неважно, кто вы, откуда родом, чем занимаетесь, каждый может зайти за бутербродом с пастромой, супом с шариками из мацы или филе соленого лосося. Красота этой еды в том, что она доступна для всех. Когда вы приходите в наш ресторан, то видите парня с Уолл-стрит, сидящего рядом с дворником. Выставка будет представлена в историческом обществе Нью-Йорка до 2 апреля 2023 года. Вход стоит $22.